Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении передовых прорывных транспортных технологий. Я держу в своих руках протокол заседания экспертного совета по повышению инновационности государственных закупок в транспортном комплексе Министерства транспорта Российской Федерации. Вот такой документ, который является безусловным подтверждением того, что признана технология SkyWay. Более того, она считается отныне инновационной. Эту новость мы уже освещали, и она вызвала огромное количество вопросов, суждений, споров многочисленных. Поэтому для того, чтобы расставить все точки над «и», мы решили взять интервью у побывавших недавно в Москве генерального конструктора, генерального директора нашей организации Анатолия Эдуардовича Юницкого, автора струнных технологий, и заместителя директора по развитию Виктора Игоревича Бабурина. Это интервью мы и предлагаем сейчас вашему вниманию. Анатолий Эдуардович, еще в 2002 году в городе Озера Московской области, где был построен наш первый полигон, полигон первого поколения SkyWay, состоялось, насколько нам всем известно, выездное совместное заседание научно-технических советов и Минтранса России, и МПС, и всяких других важных органов власти. И предметом обсуждения уже тогда был струнный транспорт. Не подскажете, точнее, не расскажете ли вы, чем закончилось то мероприятие 14 лет назад? Да, было такое выездное заседание двух научно-технических советов и ведомственной комиссии по неуличному транспорту. Надо сказать, что это было впервые в истории России, что два министерства свои научно-технические советы направили вот на одно мероприятие за пределами Москвы, и еще была ведомственная комиссия по неуличному транспорту. Там было около 100 специалистов, два дня заседания. И это было после того, как мы ввели в строй тестовый участок, ну это трудно полигоном назвать, это на самом деле скорее стенды были, первого поколения грузового струнного транспорта. И вот эти два НТС и комиссия признали после обсуждения и демонстрации, что появился новый вид транспорта, и который предварительно признан как бы перспективным, предварительно, так. И было много вопросов, которые, естественно, на стенде мы не показывали, там был ЗИЛ, там были несколько вариантов путевой структуры показано. Естественно, специалистам не было понятно, как устроены скоростные модули, да? Какие приводы могут быть, как обеспечить энергией, какая противосходная система еще может быть, кроме того, что мы продемонстрировали, какие уклоны, какая безопасность, особенно при скоростном движении. Эти были вопросы, естественно, заданы там, что да, это интересно, но надо еще вот разработать и более детально проработать вот эти вот узлы, элементы, системы. И в том числе там было в протоколе вот этого заседания выездного сказано о том, что нужно решить вопросы финансирования и строительства полноценных тестовых участков. И было предложение обратиться за финансированием в соответствующие структуры России, в том числе в Министерство науки, в Министерство транспорта. Мы это сделали, но нигде мы не получили поддержки, и мы сами самостоятельно стали прорабатывать эти вопросы. В том числе после того, как на Госсовете по инновациям на транспорте в 2009 году сам президент России, а тогда был Дмитрий Анатольевич Медведев президентом, сказал, а деньги найдете? То есть вопрос финансирования он оказался самым сложным. И мы вот уже в настоящее время решили, как зафинансировать проект. И фактически сегодня мы уже ответили на все вопросы, в том числе те, которые не были проработаны на тот момент, когда мы в Озерах демонстрировали стенд струнного транспорта. То есть на все технические вопросы сегодня мы нашли ответы, на все организационные вопросы нашли ответы, в том числе на вопрос, а деньги найдете.
Проект финансируется с помощью краудинвестинга, и мы строим под Минском, в городе, возле города Мариногорка, уже полноценные тестовые участки, которые мы назвали «Экотехнопарк». Спасибо большое. Насколько я знаю, в конце 2015 года пришло еще одно приглашение в Минтранс. На сей раз это было заседание экспертного совета по государственным закупкам, по повышению их инновационности. И чем это было вызвано? Не подскажете? То есть произошли какие-то изменения за это время в государственной политике или в развитии проекта, или были учтены эти замечания, которые постоянно держались на контроле властями России, не могли бы вы рассказать? Да, на самом деле там все гораздо проще, чем кажется. Так. И в том числе вот это, и ситуация изменилась. Сейчас кризис мировой, и в России бюджет трещит, в общем-то, пошла. И денег нет ни на что, в том числе на строительство вот, устаревших дорог. Ведь в России принята программа до 2030 года о строительстве несколько сот тысяч километров дорог. И по тем ценам, если перевести в доллары, это программа на 5 триллионов долларов. Но откуда в России сейчас 5 триллионов долларов? Чтобы делать в эту программу, построить всего лишь несколько сот тысяч километров дорог. За эти деньги можно было построить несколько миллионов струнных дорог и решить все транспортные проблемы России. Поэтому, естественно, ситуация в мире, в России изменилась за последние годы. Да? И вот почему сейчас опять появился интерес у Министерства транспорта, там причина банальная. Я обратился с письмом уже премьер-министру Дмитрию Анатольевичу Медведеву и поблагодарил за поддержку на Госсовете по инновациям на транспорте. Это 2009 год, когда он поддержал нас. И где он сказал, что вы деньги найдете. Что мы нашли деньги, что мы зафинансировали проект, мы строим тестовые участки вот, в Беларуси. Я его пригласил на ввод экотехнопарка, встроенную демонстрацию вот, этой технологии здесь, в Беларуси. В конце вот, 2016 года мы будем вводить уже первые участки тестовых строй. И его пригласил на презентацию. И он направил это письмо в Министерство транспорта Российской Федерации. А в Министерстве транспорта, там сейчас другой состав руководящий, и есть там замминистра Цыденов Алексей Самбуевич, который много лет назад посещал даже наш офис, он тогда не был замминистром. Это был в Москве наш офис, офис был в квартире на проспекте Мира, он помнит Цыденова, когда встречались, он об этом рассказывал. И он был удивлен, что мы так много сделали за эти годы, так далеко продвинулись. Он и тогда поддерживал, а сейчас, когда увидел, что мы сделали и как мы делаем, да, то пошла уже реально поддержка отлично от него. Это один из довольно прогрессивных руководителей Министерства транспорта Российской Федерации. И это он порекомендовал нам выступить на экспертном совете по инновациям. И, собственно, нас направил туда, чтобы заручиться поддержкой специалистов. И когда пройдете экспертный совет, то получите поддержку специалистов, то это ваши технологии, которые являются инновационными, появятся новые перспективы. Да? В том числе для реализации вот, в России, во всех регионах. Так, это может быть включено и в программу транспортную для страны. То есть этот процесс пойдет после поддержки экспертным советом по инновациям. И мы такую поддержку получили. И поэтому, я думаю, пойдут эти процессы в поддержку уже технологий инноваций на государственном уровне. Сложилось такое мнение, что у меня, что альтернативы Skyway нет, и в первую очередь потому, что... Может быть, предвзятый? Нет. Может быть, но мне так кажется. Многие считают, что это не так. Я тоже так считаю. Другой альтернативы нет. Я как инженер это знаю.
Ну и кроме того, финансовая сторона здесь очень важна, если невозможно существующие дорогие восстанавливать и поддерживать транспортные артерии, скажем так, уже установившиеся, утвердившиеся, такие как железные дороги, автомобильные, а Skyway ничего не просит, финансируется народом. И единственное, как я понимаю, что нам нужно, это не мешать. Это, кстати, когда был в Министерстве транспорта, вот на первой встрече, и на экспертном совете, я сказал, что мы ничего не просим. Нам ничего не надо, мы самодостаточны. Главное, не мешайте. Мы сделаем, покажем и дадим государству, стране, технологии. Можно ли это считать государственным признанием, то, что произошло? Безусловно, безусловно. Можно и нужно, это правильно. Будем с нетерпением ждать Дмитрия Анатольевича в гости на открытие экотехнопарка. А пока скажите, каково значение произошедшего события для нашего проекта и что в связи с этим государственным признанием изменяется в нашей работе, в наших перспективах? Ну, по большому счету, вот в моей работе ничего не изменилось. Я знал, что это рано или поздно произойдет. Я был уверен в технологии, уверен сейчас, да? Я думаю, это произойдет как бы в осознании других, не нашим, да, а наших сторонников, которые не до конца уверены, а так ли это, а нужно ли это, а действительно это хорошая технология, да, а не разводка ли это. И многие говорят об этом, много очень говорят, да, что даже и некто дали мне там определение, блин, струну, да, ну что-то слабое, вот, балалайка, гитара и так далее. И когда специалисты говорят, что все нормально, причем там в основном доктора наук был на экспертном совете, да, и как раз мы сделали альбом, где сравнение вот струнной технологии Skyway со всеми остальными известными транспортными технологиями, в том числе с традиционными мостами. Так вот, предыдущих экспертных заключений, в том числе Министерства транспорта Российской Федерации, ну это там десятилетней давности примерно заключение, там даже была как бы проведена аналогия, что струнные технологии — это американская горка и лежачий полицейский. И вот, ну, это не смешно, потому что я помню заключение, не буду говорить, кто его давал, там было несколько докторов наук, подписи, два академика и несколько кандидатов. Там было даже сказано следующее, причем на полном серьезе, что струнный транспорт настолько опасен, что при движении с большой скорости люди в юнибусе, пассажиры, будут летать по воздуху и стукаться головой в потолок. А если порвется струна, то людей погибнет видимо-невидимо, не меньше, чем после взрыва атомной бомбы. Это были такие заключения официально. И вот мы подготовили альбом, где в том числе, я думаю, надо в этом репортаже его показать, хотя бы полистать этот альбом, где в том числе есть иллюстрация, показывающая, вот есть традиционная эстакада и есть наша эстакада, неразрезная эстакада, вот Skyway. И показано, что как раз американская горка и лежачий полицейский — это в традиционной эстакаде. Почему? Вот пролет, разрезная балочка, да? И когда вот нагрузка на балку, она же, балка изгибается, так? И здесь шов температурный, вторая балка под нагрузкой тоже сгибается. И здесь получается над опорой, видите, точка перегиба, стык, где радиус кривизны равен нулю. Значит, здесь удар неизбежен колеса. И так устроены все мосты путепровода. У нас неразрезная конструкция, и здесь не может быть перегиба, здесь может быть плавная кривая. И поэтому у нас при проезде транспортного средства через нашу опору не будет удара. Более того, мы знаем вот эту особенность, и мы можем задать любой радиус кривизны, в том числе 20 тысяч метров, 30 тысяч метров, если необходимо. И поэтому будет абсолютно плавное движение для транспортного средства в середине пролета и над опорой. Это тоже было показано, объяснено специалистам. И сравнение, допустим, с плотом на магнитной подушке. Мне тоже там был вопрос на экспертном совете, почему у вас не магнитная подушка? Я им сказал, что, и тоже есть вот странички в альбоме, сравнение, да?
что я даже не беру, не хочу много говорить о магнитной подушке, но благодаря тому, что я отказался от магнитной подушки и отказался от полотна, я улучшил обтекаемость высокоскоростного транспортного средства, Юнибуса, и улучшил CX до 0,05, появилась такая возможность. А в теории, вот если есть полотно, и фозе на магнитной подушке он движется над полотном, CX не может быть лучше, чем 0,2. Вот эта разница 0,15 позволяет сэкономить нам, если будет всего лишь 1 миллион юнибусов, хотя сегодня порядка миллиарда автомобилей в мире, да, миллион это небольшая цифра, да, то за срок службы 25 лет это миллион юнибусов скоростных с улучшенной аэродинамикой, благодаря тому, что отказался от магнитной подушки, сэкономит 22 миллиарда тонн топлива стоимостью не менее 20 триллионов долларов. Это только некоторые преимущества нашей технологии, которые были вот доложены на экспертном совете. И не просто это были эмоции, это было доказательно сделано. С помощью формул, математики, расчетов, да, иллюстраций. Когда показано колесо, допустим, железнодорожной колесной пары, там конус 1,20, и он опирается на цилиндрическую головку рельса. То есть конус катится по цилиндру. И там пятно контакта, где-то примерно таких размеров, 14 мм, 15 мм, да? И в центре этого пятна контакта напряжение достигает 10 тысяч кг на квадратный сантиметр. Не каждая сталь такого напряжения выдерживает. И в этом же пятне контакта, где сталь плывет, у колеса разные диаметры, а угловая скорость одна и та же. Значит, эти разные диаметры проскальзывают. То есть мало того, что есть очень высокие напряжения, еще идет проскальзывание сталь по стали. Откуда он долго, рельса долго не может служить в таких условиях, да? И показано, что у нас цилиндрическое колесо, не конистое, а цилиндрическое, катится по плоской головке рельса. И если взять линию контакта, вот, допустим, это ширина головки, то линия контакта, вот, полоска в направлении движения колеса шириной всего 1 мм. И здесь напряжение контактное до 2000 кг на квадратный сантиметр. А теперь представьте, вот железнодорожное колесо, пятно контакта. И вот мы движемся туда. Вот какое колесо легче будет катиться? С таким пятном контакта или вот с таким? Ну, конечно, которое сверху. Да, это же как спущенная шина. То есть мы не только улучшаем напряженное состояние, значит, долговечность увеличиваем на порядок. Поэтому если рельс служит, допустим, 10 лет, мы можем увеличить срок службы нашего рельса до 100 лет по износам, допустим. Да? Здесь сопротивление качению колеса будет меньше. Здесь в зоне контакта диаметры колеса одинаковые, нет проскальзывания. И ряд других преимуществ, поэтому меньше шум будет, меньше колебаний рельса, потому что там и это же контакт идет не по центру рельса, рельс же наклонен тоже под углом 1,20. И поэтому пятно контакта смещено от оси, симметрии. Поэтому и колесо еще гуляет, колесная пара. Да? Поэтому тут удары по рельсу, рельс начинает звенеть, колебаться. Ну, большие проблемы в железнодорожном транспорте, особенно при высокой скорости. Очень сильные интенсивные колебания, звон идет. И вот рельс будет разрушен. У нас этого нет. Это тоже одно из как бы, преимуществ в сравнении с существующими системами, которые тоже были озвучены на экспертном совете, и они получили как бы, понимание и поддержку. Что-то так. Эксперты ни один не возразил, что это не так. Спасибо большое, Анатолий Эдуардович. Хотелось бы, чтобы и Виктор Игоревич, который свои вопросы также решал на этом экспертном совете, рассказал все-таки, вы как куратор, в том числе юридической службы нашей организации, может быть, рассказали бы нашим зрителям, последователям, партнерам нашего проекта, все-таки по чьей инициативе и куда же мы были приглашены. Ну, тогда я расскажу вкратце по поводу того, что это за экспертный совет вообще, да, при чем здесь мы, почему так важно именно их решение по принятию нас в инновационный круг технологий. Значит, в принципе, вся информация находится на сайте Минтранса, там есть и методические рекомендации
Минэкономразвития, на основе в том числе которых создавался экспертный совет. Значит, ну, не секрет то, что в 2009-2010 годах в России был объявлен курс на инновационное развитие экономики. В основу этого легла концепция социального и экономического развития страны Российской Федерации до 2020 года, в которой как раз вот эти основы и были заложены, да, то, что нужно сейчас массово взять всем и перестроиться на инновационные рельсы. Чтобы соскочить с газово-нефтяной иглы. Да. Вот. Соответственно, если не ошибаюсь, называется это правительственная комиссия по высоким технологиям и инновациям, приняла решение о создании вот такого вот экспертного совета, основная цель которого делать следующее. Это проводить анализ существующих с помощью экспертов в различных областях. Да, в этот экспертный совет входит более 70, если я не ошибаюсь, инженеров, там, докторов, различных... Ректоры университета. Да, проректор. Ну, в частности, вот на нашем экспертном совете председательствовала проректор по инновациям и научной работе МИИТа. То есть... Инженеров транспорта. Да, я думаю, что здесь как бы в квалификации сомневаться не стоит. Вот. Соответственно, эти люди исследуют представленные технологии и наделяют им статус инновация, или отказывают в статусе, или предлагают что-то доработать, или предлагают как-то дополнить, скажем так, свою презентацию, дополнить свою технологию. Ну, и далее... Не только же инновационность признается, сама технология признается, да. Значит, признается инновацией для чего? Для того, чтобы попасть дальше в пул вот этих вот инновационных технологий, в которых осуществляются государственные закупки. Я хотел другое еще сказать, что хайп, например, туда не пропадет, или несуществующие какая-то абстрактная технология. То есть они признали не только инновационность, а то, что сама технология есть, и что она работоспособна. Как я понимаю, да. Сам факт приглашения сам факт, конечно, уже конечно. Является признанием технологии. Я просто этот вопрос, там рассматривали... Признать ее инновационной. Да, конечно. Да. Я этот вопрос не рассматриваю, просто потому что если что-то признали инновационной, то значит как минимум это что-то есть. Да, поэтому мы сейчас говорим именно о факте признания и внесения технологии струнного транспорта Skyway в пул официально признанных экспертным советом при Министерстве транспорта инновационных технологий. И в дальнейшем, вот следующий наш шаг, это работа уже с... межотраслевым центром по импортозамещению при МИИТе, вот, который должен совместно с нами провести сравнительный анализ существующих традиционных видов транспорта, и дальнейшее развитие уже будет зависеть от, вот, как Анатолий Дальше сказал, наших коллег из Министерства транспорта. Да, то есть у них, в принципе, есть интересные планы. Вот, но мы должны пройти определенный ряд экспертных заключений для того, чтобы ну, пройти чиновничью процедуру. Как бы она ее никто не отменял. Будем надеяться, что мы ее пройдем. Когда мы ее проходим, какие перспективы открываются перед нашим проектом? Возможность участия в государственных тендерах по применению технологии в ряде проектов Российской Федерации. То есть уже... Скажем так, финансирование со стороны проекта становится не нужно, и уже работа по созданию проекта Skyway финансируется государством. Правильно ли я понимаю? Ну, скажем так, это... Каких-то проектов, да. Ряда проектов, но не все. Это план, к которому мы хотели бы прийти, конечно. То есть это то к чему мы хотели бы прийти. Я не случайно задаю этот вопрос. Очень многие инвесторы, партнеры проекта, которые связываются со мной, волнуются, не прекратится ли краудинвестинг, не завершится ли он на этом, этот процесс. Очень многих волнует. Ну, я бы сказал так. На данном этапе мы не планируем пока ничего прекращать, потому что хорошо иметь обещания и хорошее отношение от высокопоставленных коллег, но как бы ни в коем случае нельзя прекращать то, что сейчас дает возможность проекту существовать. Россия безоговорочно признала инновационность струнных технологий Skyway. Что вам мешает? Подписывайтесь на наш канал YouTube. Следите за обновлениями новостей на сайте международной группы компании Skyway по адресу rswedefisystems.com. Присоединяйтесь к нашему проекту, и тогда перед вами
также откроются широкие горизонты, блестящие перспективы и великолепное успешное будущее. Строй Skyway, спасай планету!